Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» получил федеральный статус и дополнительное финансирование проектов. Такое решение принято правительством Российской Федерации во время подведения итогов конкурсного отбора научно-образовательных центров для предоставления господдержки. Всего выбрано 5 победителей из 20 участников. Уральский НОЦ создан объединенными усилиями УРФУ, ЮРГУ, КГУ и других региональных высших учебных заведений Уральского отделения РАН, промышленного предприятия и правительства Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Шестаков подчеркнул, что это очень важная победа для вуза и всего Уральского региона.